Здравствуйте. Если бы я была психологом, я бы учила вас жить. Если бы я была знаменитостью, я бы ходила на разные тусовки, встревала бы там маленькие скандальчики или устраивала бы скандалы побольше, чтобы обо мне говорили и писали. Но так как я не психолог сегодня и не знаменитость пока, мы с вами будем говорить о вещах простых, обыденных, бытовых, ежедневных. Например, о стрижках. Что вы делаете, когда вас стригут плохо? Что вы делаете? Как вы реагируете на эту ситуацию? По-моему, есть два варианта развития событий. Первый. Вы сидите и уже в кресле начинаете пускать слезу, потом молча расплачиваетесь, выходите из салона, идете, шмыгая домой, переодеваетесь, умываетесь, ложитесь на диван, носом в подушку и плачете. Плачете день, два, три, в зависимости от того, сколько в вас накопилось жалости к себе любимой. Второй вариант. Вы закипаете уже в процессе, сидя в кресле, и устраиваете в салоне большой шкандаль. Вы устраиваете там такой большой шкандаль, что вас просто умоляют уйти. Не надо ни платить, ничего, извините, только уходите. И вы выходите, злая, из салона. До дома вы рвете и мечете. Не, ну можете еще в магазин зайти и там устроить скандал. Попутно. Потом приходите домой и злитесь день, два, три, выливаете эту злость на близких, если они попадаются вам на пути. Зависит количество дней этой злости тоже от того, сколько вы накопили негатива до стрижки, до похода в салон. Наверное, раньше я бы тоже поступила так или по-другому. Первый или второй вариант. Но я, знаете, много лет работаю над собой. И даже хочу сказать, что в последнее время замечаю, что я, да, достигла дзена. Почти достигла дзена. Вот как поступила я. Пришла в салон, рассказала, как называется стрижка. Не буду вам говорить, она все равно не совсем то, что я хотела. Показала фотографию из интернета. Мастер сказала, да-да, понимаю, могу. Я ее попросила. Барышня, дама, мадам, государыня, сударыня, если у вас есть хоть малейшие сомнения, я пойду дальше искать мастера. Нет-нет, все нормально. О том, что не все нормально, я поняла уже где-то к середине процесса. Ну, во-первых, очень все коротко. Я хотела вот так. Ой, ну ладно, думаю. Что же мне делать? Подождать или начинать плакать уже сейчас? И знаете, мне так смешно стало. Думаю, вообще, вместо того, чтобы уже начинать реветь, а ты думаешь, поплакать в свое удовольствие или подождать, чтобы увидеть катастрофу во всем объеме? Ладно, я уж попыталась как-то ей помочь, мастеру. Говорю, так, имейте в виду, челку, не забывайте, челку я просила косую. Да-да-да-да-да-да. Смотрю, коротко берет. Ну, когда я сказала коротковато, она уже пшчикнула. Ладно, когда она закончила, я говорю, а теперь давайте я вам расскажу, как вы должны были меня стричь. Ну вот, провела мастер-класс. Теоретически, конечно, я же не парикмахер. Все рассказала, здесь должно было быть чуть подлиннее, здесь в середине немножко другой, должен быть другая форма. Здесь чуть-чуть должно быть тоже подлиннее. Челка, боже мой, ну челка. Вы мне сделали челку, как у первоклашки. Слушайте, я так только
мою сестру любимую стригла в начальных классах. Вот так вот. И то у меня получалась косая челка, а у вас прямая получилась. И короткая. И тут она мне говорит: слушайте, ну я сейчас вот здесь подстригу еще немножко с одной стороны, и будет косая. Не, ну вы представляете? Вы представляете? То есть челка и так короткая, она здесь снимет еще. То есть я здесь совсем лысая буду, а здесь кое-что. Скажите мне, вот как на это можно обижаться? Человек же поднимает настроение, понимаете? Поговорили мы по душам. О, собрались все мастера, администратор пришел, стали меня уговаривать, что сзади идеально, что все хорошо, что мне идет. Да, конечно, красота страшная сила. Неужели кто-то думал, что меня может испортить какая-то стрижка? Сказала спасибо, расплатилась, пришла домой. Была очень занята, поэтому не было времени сразу вам рассказать. Ну, а теперь появилось время. Третий день пребываю в приподнятом настроении, благодаря неудачной стрижке. А если бы я выбрала первый или второй вариант? Я до сих пор бы или плакала, или взлилась. Мои бедные нервные клеточки. У-бу-бу-бум. Au revoir. О, какой? Адью. Прощайте. А так нервные клетки в порядке. Волосы, знаете ли, не что-то другое, отрастут. Ну, собственно говоря, все хорошо. А главное, знаете, я не теряю время ни на какую укладку. Я и с другими стрижками не теряю время на укладку. А тут мой любимый фасончик. И пошла.